И всем привет, ребята, с вами я, Лавлутер, и сегодня мы будем играть в Террарию, часть какая-то третья. Мы стали этими, невластными жителями. Мы, короче, да. пофликтовались с Олегом. Где я факел? Я факел потерял, алё! Я факел! И чё? А, нет, всё, я могу скрафтить факел. Ты чё ты устроишь? Что ты за думак? Оно не надо! У нас раздельное свидетельство не надо! Не надо меня убивать, пожалуй. Но у нас житель-то ординарная. Что? У нас житель-то ординарная. Мы живем в разных домах. Чё происходит? Ура, день! А, нет, это гроза. День, гроза. Различаем. Меня заканили грозой. Так как? Подожди. Вот, давай верстак скажем. Да, это сюда. Так, без лишних слов. Эскейп. Семерочка. И ставим сюда верстак. А так, уже в верстаке мы должны так, сделать крафтинг. Я пошел в багрянец добывать руду. Я пока что буду строить дом, нет, потому что стой, у нас раздельное жительство. Ты строй домик. Мы не заходим на чужие территории, понял? Нет. Мы не... Нет! Мы... Смотри, мы не заходим... А чё? Нет, понимаешь, Сёмбер такой ведёт ко мне, я вытащил свой оловянный меч, и он стал бежать. Это чё, новый искусственный интеллект у зомбиков? Стой. Смотри, наша территория — это дом. Понял? То есть, например, у меня... А, ты не можешь прийти ко мне! Ты не можешь прийти ко мне, потому что там три блока. Подожди. Построй такую огромную стенку. Да, я в дверь поставил, ура. Я успел дверь поставить, ха! Так, супермен, где у меня это? Эскейп? Нет, эскейп, да. Стены! Мне нужны стены! Я пошел исследовать мир. Ой, здорово, зомбики, ой! 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 Хватит! Бум-б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 ум-
Сваливаем, 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 сваливаем. Тут очень много глазиков. Быстро стены заканчиваются. Ну какая это очень хорошо, что я очень много древесины купил. Мне тут дофига врагов. Зачем ты пошел ночью? Мне тут зомби в какой-то жилетке. Все, я отбился. Быстро заканчиваются. Ну что, 4 стены хватит. Дальше идем. Новые враги. Новая волна. Надеюсь, пираньи не будет. Вот, все, я наконец-то построил домик. Так, тут у нас пираньи. Опа. Прикол. И теперь я буду... Не, я не хочу домик делать ввысь. Это как-то не... А, построй огромную стену. Стену, которая будет отгораживать от моего дома к твоему. То есть, такую большую линию построй. Не, подожди, я сейчас буду строить дом. То есть, я построю это, когда... Нет, я к пираньями упал! Я к пираньями упал! Меня сейчас они съели. Я не хочу строить ввысь, я буду строить вниз. Ай, меня убивает, Стой, меня убивает. То есть, как ты понял, я делаю сейчас подвал. У меня одно сердечко. Стой.
Если ты сейчас умрешь, ты реально будешь каким-то лохушем. Пам-п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 ам. Ай, вот тут очень много зомби. У меня кислород заканчивается. У меня тут дофига проблем. Стоп! Стоп! Я могу улучшить свой бумеранг. Все, у меня улучшенный бумеранг. Наконец-то. А вот это, чем я стану? То есть... Я свой класс забрал, я воин. А как забрать класс? Ты хочешь кем-нибудь? Вот. Ой, меня какой-то... Например, быть магом. Мне какой-то зубастик. Так, а где мои хилки? Где мои хилки? Вот мои хилка. Летучая мышь. Здесь... Тут летучие мыши. Наблюдают меня. Хватит! Хватит! Тут глазики летают! Тут летучие мыши летают! Тут зомби ходят! Летучие! Это нереально. Это нереально. А зачем ты пошел? Так я... Нифига себе, думник. Подожди! Ну ладно, будь здесь. Вот стена. Вот тут. Смотри, что? Блин, я не могу тебя с силы, где иду? Я тут вообще призраки такие мбовые? Так, я сам себе сейчас лучше сделаю, погоди. Бомбу сбил, а, у меня нету дерева. У меня нету дерева, мне надо... А у меня 97 дерева. Что? У меня 97 дерева. Поторгуем? Поторгуем. Поторгуем. И что ты мне предлагаешь за дерево? Кактус. Давай за 90 дерева, что ты мне предлагаешь? 90 дерева, я тебе предлагаю... Так. Я тебе предлагаю имбовую вещь. Это зелье, которое... знаешь, это зелье, которое может тебя усиливать где-то на 50 характеристик. У меня оно есть. Ты чё? Это скам. Это не скам. Что значит усиливает? Она... Что? Что значит усиливает? Ну, усиливает, то есть... ну, типа, смотри. Вот у тебя урон обычный у меча. И типа, он увеличивает на 25%. Нет. Ну ты смотри. Мне как бы это не нужно. Потому что я пока строюсь. И тем более это зелье одноразовое. И за зеркало бы. Вот зеркало, да, это очень важная штука. Зеркало бы я взял. Но это же не зеркало. Ты чё? Зеркало это очень важно за 90 дерева? И тебе мало зелья на 50 характеристик, которые увеличивают? Возможно, я на него не обменяю. Мне его не мало, просто мне оно не нужно именно. Так, два стакан. Сейчас печку сделаем. То есть я обмен не произошел. Знаешь, что за... Знаешь, я вместо того... я буду, короче, ставить фигню какую-то. Я сделал. Так, мне надо сделать верстак. Вот верстак. Я делаю кактусовый верстак. А ты что, на дом делаешь? Я делаю печку. О, слитки, все, слитки начинают делать.
делал печку. Дальше. Ну, ты чё? У меня много. Я что так долго копал только на 2 слитка? Вы чё? Вы чего? Слушай, хочешь обменяться на печку? У меня есть печка. Мне слитки нужны железные. А, ну у меня... Или такие? Нет, дофига, конечно. Ну хотя бы 5 слитков за 80 дерева. 5 меня слитков? Уже... Давай я тебе дам 2 слитка, а ты мне 30 дерева. Дерево? А не слишком ли это? Не, ну как бы... Дерево же делать, слитки же делать сложнее. 3 дерева это как-то странно. 30? 30? 40. А, подожди. А как это будет? А, для сундука нужно железо, да? Так, что я хочу сделать? В принципе, я могу тебе как-то дать штука. Так, подожди. Так. Так. Эскейп. А, так. Не, не хочу обменяться, слышь. Ну, на звезды же надо искать. На две звезды у меня что-то будет. Так. Надо со второй стороны также сделать дверь. Так, надо скрафтить дверь. Вот. Так. Вот, все. Эскейп. Так. Два. И делаем. Господи, мне надо дофига дерева просто. Ну, у меня со стороны 2 двери. Все, я пошел на один. Так, подожди. Куда мне надо... А, куда я пошел? А, я пошел звезды искать. А, ты сделал стенку, да? Да. То есть мне только на другую сторону можно идти? Да. Окей. Но тебе на мою сторону нельзя идти. А как у нас обмен будет происходить? Ну, мы можем сделать дверки, а потом их закрыть. Угу. Окей. Так. Где это? Что я хотел сделать? А, факела хотел сделать. Так, и теперь мне надо кое-что сделать. Мне надо допрыгнуть вот так вот. Вот, факела. Ты куда у меня факела? А, это не факела. Вот, факела. Факела, вот. Так, вот сюда мы будем. Жалко, что ты не сможешь протимбуксить в мой дом. Ты никогда не узнаешь, какой у меня дом. У меня тоже есть дом, который я подрыжу. Так, я пошел. Наверное, никто только это... Все копали, то есть нормально все делали, а потом у нас конфликт как-то развелся. Слушай, а вот здесь очень много дерева. Мне дерево не нужно. Так я иду в шахту. Не, что это? А, это листья. В принципе, моя сторона тоже нормальная. О, сундук, я нашел сундук. Сундук открыть. Эски? А как сундук открыть? Можешь, пожалуйста, помочь? Почему я тут сел? Можешь пролетать через текстурки? Что? Почему летучая рыба может прилетать через текстурки, алло? Всё, я её убил. Я добываю дерево. Нет, скинул! А как мне штак открыть?
Сундук? Да, сундук, да, сундук. Смотри. Блин, только ты мне не хватал. Так как верстак открыть? Вот будет сундук открыть, да, как? А, нажать! Понятно, конечно! Что? Ты так много чем бухтил? Скам мамонта. Это скам мамонта. Я прощался с слизнем. О, я сильнее тебя, слизень жалкий. Мне прям тебя стало жалко. Ты такой жалкий. Не, Террария сложнее игра, чем Майнкрафт. Так, мне сейчас надо... Я сейчас строю домик. Квадратный домик? Я думаю, ты его уже построил. Я строю домик. Еще один? Как сказать? Типа того. А зачем? Так, мне надо вот... Мне надо... И вот, все. Так, я вижу кувшин. Ну из него такая штука. О, я вижу руду! Мне надо снова фитила крафтить. Так, 9 скиллов, мне кажется, мне хватит. Домик, а зачем ты новый домик? Надеюсь, ты меня не загрифилишь, пока я это... Чего? Так, знаешь, его... хочу... О, да! Здесь так много руды! Ай, я забыл! Я забыл поставить этот факела. Факел. Здесь очень много руды! О, это так классно! Мне надо закончить со строительством домов, и тогда я уже пойду путешествовать. Не, я уже иду путешествовать. Я ищу руды. Потому что... Я пока в шахте, ищу руды, и все. Я нашел золото! Золото это классно! Но золота здесь прям очень много. Золото это как в Майнкрафте, оно отстойно. Ну я все равно его добуду. Зачем? Там, знаешь, у золотого у тебя сколько урон? У меча деревян? А, оловянного. Не знаю. Ну смотри, у золотого где-то 5 урона. Не советую. Ну, в принципе. Здесь не только золотая, здесь еще есть такая серебряная. Ну не серебряная, но она какая-то либо оловянная, либо я не знаю, но ее здесь так много. Я не знаю, что ты здесь это не против боксил. И, кстати, мобов здесь не так уж и много. Так, мне надо и сейчас иногда, когда приходят какие-то слишком сусоватые слизни. И раз, и... два. Так, все. И мне сейчас... Это очень... Её так много? Её практически столько, сколько и золотой. Ой, блин. Нет! Черви! На меня черт напал! Молодец. Ё! Надо руду лишнюю добыть. У нас же сохранение инвентаря. А я, кстати, могу... Черви, блин! Я вообще не черви боюсь, они здесь очень страшные. Я реально в жизни червей боюсь. А, нет! Нет! Ё-моё, почему он такой жесткий? Что? Короче, меня выкинуло. Дожди! Почему тебя выкинуло? Я не знаю, снова к тебе подхожу. Присоединился к игре. Надеюсь, меня? Надеюсь, меня? Я столько руды добыл! Я много руды добыл! Только не
Максим, пожалуйста, так не говорите, что у меня вся руда не сохранилась. А ты все на моей стороне ходишь? Нет, я по своей. Ты на моей стороне? Нет. Я вижу. На моей стороне ходишь. Короче, присоединяйся к фиолетовой команде. И включай. Ну, на моей стороне ходишь, алло, это моя страна. А так почему? Уходи отсюда. Стой. Это моя страна, иди, уходи, пожалуйста. Мечи включи. Что? Мечи включи. Подожди, это моя страна. Мечи включи. А ты иди отсюда, я включу мечи, когда ты уйдешь. Что это такое в китайской одежде? Мечи. Уходи, да, уходи. Мечи включи. Я решил добыть. Мечи включи, пожалуйста. Пожалуйста. Да, хорошо. Escape. Подожди. Мечи. Они не включились. То есть я на них навожу. А, все, включу. Все. Что? Ты не ушел? Уходи. Здорово. Уходи! Здорово. Давай, пожалуйста. Вот видишь, я здесь... Алло! Ты на меня бить! Почему ты не ушел? Почему ты не ушел? Ты что? Зачем? Как ты не зачем? Уходи отсюда! Китаец недоделанный! Уходи, это моя страна! Как потерять друга за 5 секунд? Это моя страна, уходи! Я в депрессии, меня выгоняют. Мой столик случайно оказался на моей стороне и возродился? Я возродился на твоей стороне. Ладно, идем, открывай. Да не надо меня убивать, я тебя не буду убивать, честно слово. Ладно, стой, давай перемирие. Давай снова как будем. Я ломаю твой дом. Ты что, я все ломаю? У нас общий дом будет, понимаешь? А ну ладно, мне все ломать, я здесь живу, алло! Ты что, ты знаешь, сколько я смотрел? Перемирие, вот давай китайскую стену эту ломать. Почему всегда дождь? Нет, я дом делал, ты чё? Во. Верни мне все мои ресурсы, это моя печка! Все, идем в мой дом. Подожди, я хочу руду добывать. Идем в мой дом. Верни все мои ресурсы, это моя печка. Во-первых. Ты где? То есть я буду сейчас добывать руду, а ты пока в дом поставь мою печку. Мою печку. Потому что это как бы моя печка. Бедный печки. Убить хочешь меня? Бедный печки. Убить хочешь меня? Ты что, я на мече сейчас? Ой, больно. Ой, больно. Что это такое? Умирал! Не надо! Да хватит! Хватит быть монархом недоделанным! Китаец, хватит! Китаец в желтой одежде. Хватит недоделанный китаец, я худые хочу! Алло! Дай мне нормально! Я упал у меня на сердечко. Я тебе люблю. Я на сердечко. Ну пожалуйста, не надо! Не надо, пожалуйста! Не надо! Не надо меня убивать! Че ты такой мазь? Алло, как прыгать? Как пчел? Почему я прыгал, ты меня все равно попрячешь? Да прыгай, дай мне прыгать! Ты че? Ты... Стой. Давай все как прежний, пошли. Алло, хватит! Да хватит! Хватит! Пошли в мой дом, пошли в мой дом. Я хочу добыть! Если ты не пойдешь сейчас, смотри. Ты построил дом 2, и ты будешь перенесен в дом 2 прямо сейчас. Чё ты? Хватит, да? Спасибо. Хватит! Не доделай, китаец, хватит! Спасибо. Алло! Тут призрак! Алло, где?
Где? Где? Куда я упал? Щелкунчик, щелкунчик. Надо меня убивать! Своими! Откуда у тебя бумеранги? Ты сказал, что ты? Нет. Откуда у тебя бумеранги? В сундуке были. Алло. Ну на этом, ребята, мы закончим. Всем удачи. Не закончим. Не закончим? Мы не закончим, когда этот китайцы мне перестанет читы использовать. Знаешь, я могу прям жестко зачинить. Все, перемирие. Сделал. Что? У тебя там наверху звезда! Опа. Да я соберу звезду! Я заберу. У меня 3 звезды! Зачем ты? Зачем тебе? У меня тоже 3 звезды. У меня 3 звезды. У меня 3 звезды. Ну ладно, я тебе не дам звезду. Сейчас, погоди.